Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Всем привет, ребята! С вами я, Коля, и да, это снова троллинг. Это снова тот ваш любимый троллинг, который всем очень и очень нравится. Поэтому, ребята, сейчас обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал. Ну и, конечно же, ребята, пишите ваши идеи, кем мне еще можно стать, потому что как раз таки сегодня я стал по вашим заявочкам миллионером. Да, ребята, смотрите, в общем, я стал миллионером, и сегодня бабке буду рассказывать, что как раз таки я могу ей позволить все, что купить, что она захочет. О, бабка. В общем, ребята, тихо, она, кажется, спит. Ее мимо пройти. Ребята, не заметила, кажется. Нет. Кажется, не заметила. В общем... Что такое маленькое окошко-то у меня тут, а? В общем, рассказывай, ребята, в общем, короче, ну, естественно, столько денег у меня нет, поэтому все будет взято в аренду, вот, но потом я еще, может быть, расскажу, а может быть и нет, в общем, погнали. Бабка! Подождите! Бабка, я не жду никого. Вот это уже совсем... Ты упускаешь нет. свое счастье, бабка. Упускай, все, иди уже отсюда, кто бы там ни был. Бабка... Я тебе сейчас превращу в мяско. Бабка. Кто там приперся? Так, еще раз. Что-то взорвется. Бабка. Ты где? Я уехала. Открывай дверь. А что это у меня взорвалось-то, я не поняла. Бабка. Так. Это что такое? Ай, ладно, это мелочи. Я спрашиваю, что это такое? Ну, если хочешь, давай я тебе это заделаю. Самыми редкими алмазами. В смысле? Так. Дыру алмазами? За как это? Ну, вот так, я могу себе это позволить. Как это так? А я клад нашел. Какой клад? Очень-очень сильно дорогой. Да? И сколько много в нем было? Очень много. Да ладно! И что ты будешь с ними делать? Вот пришел тебе спросить, что ты хочешь. Желание, так сказать, ты мне помогала. Да. Обалдеть, это что? Я вообще хоть что могу попросить? Хоть что. Господи, так, хочу золотые колодцы. Это возможно? Нет? Зачем тебе золотые колодцы? Я хочу золотые колодцы вообще. Я там видела там одного монстра. У него все из золота, понимаешь? Ну давай, покажи, какое тебе именно золото нужно. Да любое золото, лишь бы золото, чтобы такое желтенькое, чтобы так блестело. А, ой! Да? Ну чтобы, ладно. Когда монстр пришел, обзавидовался, что у меня круче золото, чем у него. А, ну это сейчас. Возможно? Конечно. Сейчас сделаем. Ой, серьезно? Это что? Это что за дерево? Спокойно. Ты мне дерево тут не гони. Ой. Так. Что? Так, это так. Чёрка. Так, так. Ой. Так. Ой. Так. Ничего не понимаю. Так. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Красота! Какая красота-то, божечки. Конечно. Ты мои! Это же красиво-то как, а? Ага. А чё внизу? А чё он меня парит-то? Погоди. Так. А, хорошо. Ой, вот это и баб завидуется-то все! У бабушки золотые колодцы будут! О, тут даже вот еще один слой добавить. Да. Вот это огонь, вот это просто. А можно прямо вот так оставить? Вот так оставить, прямо это побольше, чтобы золото было, но не надо вырывать. Нет, так красивее. Да? Ну ладно, ага. О, пойдет. Ой, красиво-то как. Это да. Дико. Слушай, второй, это, и как его, ну вот этот алмазный можно попросить? Второй колодец алмазным? Ну да. Можно, конечно. Можно вообще тебе сделать вертолет алмазным. Как это? Ну, вертолет алмазный. Вертолет прямо алмазный весь? Ну, а чё бы и нет? А можно, подожди. А можно с элементами золота? Можно. Можно? Ой, конечно. Мне было бы вот это вот неплохо.
Вот прям так. С элементами золота хочу. Алмазно-золотой вертолет. Ну давай я тебе золото накидаю, а ты будешь делать. Слушай, самый дорогой вертолет так. в мире будет. Ну конечно. Давай золото. А золота много у тебя? Много. Давайте ты делай алмазные ставки, а я буду золотые делать. Ну давай алмазы мне тогда, давай, да. Пожалуйста, пожалуйста, любых, любых. Ох, ты ж ёперный балет. Да, да, да. Ё-моё! Вот это красота. Так. Ага, ага. Вот это ляпота. Конечно, конечно. Бабки отродясь столько не видела. У бабушки самый дорогой вертолет в мире будет. Ёперный балет. Это ж всем завидуются миллионеры-то. Конечно. Подожди, подожди. Хулиган. А? А ты себе-то что-нибудь сделал? То есть что я себе сделаю? А то все на бабушку, да на бабушку. Да у меня тут их столько. Ой. Чего столько? Устал много? Их тратить уже. Серьезно? Да, да, это да. Это прям столько много. Угу. Обалдеть, а где ты такой хлоп-то нашел? Понимаешь, огород у нас копал с жителями и вот нашел. Серьезно? В моей деревне? В нашей деревне, ага. Обалдеть, а чего ты бабушка-то не копала? Ну, потому что ты сказал, что не царское это дело, когда мы тебя просили. Ну, не царское, да, не царское, это я согласна. Ну, вот, видишь, и все. Обалдеть, обалдеть. Ну, ладно. Так что все. Да. Вот это красота, вот ага. это ляпота-то какая. Так, вот, сейчас мы тебе не сделаем. Так, ага, ага. Так, так. Ага, ага. Так. А вот сюда вот можно? А можно сюда золотые вставочки? Конечно, давай сделаем. Так. Вот чтобы прямо красиво было. Конечно, конечно. О. Так. А еще можно дверь тебе золотые поставить сюда. Ой, это как это? А что это? Как это? Ну просто вот так вот, оп, и с золотишком их, опа. Оп, и с золотишком, ё-моё. Ну почему так красиво-то, ёперный бой. Во, вот такого вертолета ни у кого еще нет. Это самый дорогой вертолет. А знаешь, что я придумал? Ой, ты сейчас скажешь, хулиган, как это красиво. А что, я уже согласна, я уже согласна. Мы сделаем изумрудовую площадку. Ой, ой, аж сердце заболело, изумрудовая площадка. А беленькая вот так вот. Ой, какая, а давай все круги по-разному. Давай. Много изумрудов. Много, бери его, на, делай, на. Это ж просто я огонь. Я тебе скинул. Это же просто огонь. Это же как это? Да это ж все бабушки там завидуются сразу. Да, конечно, конечно. Ё-моё, ё-моё. Вот это, слушай, я тебя просто от тебя такого не ожидала. Конечно, конечно. Угу. Я думала, ты как бы жмот такой, и все время такой у бабушки все просишь. А да. ты самостоятельно бабушке помог. Безвозмездно же, да? Безвозмездно. Вот это ты, конечно, я тебя даже зауважала, если честно. Вот, это правильно. Прямо, правильно. Прям вообще мое уважение просто к тебе не знает границ. Так, ну вот все и неправильно сделала. Понимаешь? В смысле? А, ну ладно, пускай так будет. Так. Почему неправильно-то? Да не, нормально, нормально все. Все так. красиво. Пусть разные изумруды, это же редкие изумруды, у нас таких даже ага, нету. Ага. Таких вообще фиг добудешь где? Ну да, таких на рынке не возьмешь. Это же капец, их даже в горах, я вот искала, три штуки нашла и все. Ну да, так бы ты долго эту площадку понимаешь? Делала, конечно. Да я бы, ты че, совсем что ли, я бы из изумрудов, которые три штуки нашла, в жизни площадку бы не делала, ты что такое говоришь-то? Так. Я бы их оберегла бы, как засунула бы в сундук и все, смотрела так. бы, любовалась бы только. Ну да, ну, тут ты, вот, конечно, ну, вот ты, конечно, такая монстр. Вот, ой, все будут спрашивать. Да тут все обзавидутся, хули. Угу. А, тут просто все обзавидутся. Ой, вот не знаю, может улететь с этой деревни, да. В смысле, куда? Не надо, ну ты а что? А денег там много, да. Ты разбогател, миллионером стал и всех кидаешь нас, что ли? Ну, может быть, себе тут небоскреб построю. Где тут? Ну, изумрудный, ну, у своего дома, в деревне. А-а-а. Буду в небоскребе жить. Нет, а тебе хватит? Хватит, там еще останется, да. Да. А то есть бабушка еще потом может что-нибудь попросить? Да можешь, конечно, можешь, да. А можно еще это? Чего? Так, сейчас скажу. Так, золото, изумруды. А что? Слушай, а сапфировый мне гараж можно? Можно, что хочешь, можешь сделать. Естественно. Да, да. И даже сапфировый гараж? Да, обалдеть. Конечно. Обалдеть. Да там сапфиров сундуков 10, что ли, лежит, да. Сколько? 10 сундуков. Ой. Ой, это ж сколько,
Это ж что можно сделать-то, ё-моё? Да что хочешь можно сделать. Угу. Это же просто капец. Это ж сколько ты всего нашел-то? Че это жалко, бабушка-то не нашла. Ой. Че это жалко-то? Хулиган, ну ты вот честно, вот это если ты прям поделился, и вообще мне это даже непривычно, если честно. Ну конечно, что тебе жалко прям, да-да. Да ничего мне не жалко, что ты прям успокойся, все очень красиво, да. И вот это вертолетище, ё-моё. О. И такая площадка красивенная, так. Это ой. Все, теперь всем, я всем монстрам позвоню. О, бабка, это смс-ка, да? Что ли? Ну-ка. Моя? Теле... Ну, на... А, это мне по ходу дела. Наверное, да, не моя. Не твоя? Ну-ка, посмотри, что. Посмотри. Что там тебе пишут-то? Сейчас. Так, ребята, надо дальше делать. Давайте. Так. Давайте вот из такого. Ой, это из банка. Ой, а что там? Заплатите по счету. А, за коммуналку, что ли? А, ну, наверное, да. Давай делать дальше. Заплатите по счету за алмазы, золото и изумруды. 10 тысяч алмазов. Чего? Ой. В смысле 10 тысяч алмазов? Подождите, ой. Это что, какая-то кто-то что-то напутал, что ли? Какие 10 тысяч алмазов? А, ладно, я, в общем, требую? Это пойду, ага. Куда пойдешь? Это что ты? А это что? А ты что, балдун? Это я тебя просто затроллил. Ах ты, зараза, ты бабушку на 10 тысяч алмазов подставил, ну хулиган. Я не, тебе ну, так почему? Отомщу, я тебе так отомщу, ты просто себе даже не представляешь как. Ну ладно, бабки, короче, я это. Короче, спи и бойся, я пошла зелье такое сейчас выдумаю, что ты у меня будешь просто безногим и глухим. Ребята, пойду я это, в общем, пообедаю и пойду разбирать и обратно все сдавать, потому что иначе, правда, бабка меня угробит. Все, ребята, я полетел домой, всем удачки, всем пока.